Да, насколько известно мне, женщина обращалась не в милицию с этим видео, а к директору непосредственно к администрации школы, в которой обучаются несовершеннолетние. И данный факт был выявлен уже по факту размещения его в интернет-сети, в социальных сетях. Сразу по этому факту были возбуждены уголовные дела по 127 статье, по 189. Вот в настоящее время идет досудебное расследование по данным фактам. Скажите, а известно, кто разместил это видео в сети и для чего это было сделано? Сейчас мы устанавливаем, кто и с какой целью разместил данное видео в социальных сетях. Скажите, вы говорили о том, что женщина обратилась к директору школы. Какова должна была быть реакция директора и почему такой промежуток времени? Между тем... Незамедлительное сообщение в органы внутренних дел, вот, с регистрацией и дальнейшим, конечно, разбирательством по данным фактам. Что сейчас будете предпринимать? Что, то есть, какой процесс идет? Что грозит девочкам, что грозит преподавателям этой школы? Сейчас идет досудебное следствие. Сейчас полностью устанавливаются все факты происшествия. Статьи, которые я уже ранее назвала, предусматривают наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Это тяжкие составы, поэтому, конечно, окончательный приговор уже вынесет суд, но в настоящее время идет досудебное следствие. Это от 5 до 10 преподавателям? Или девочкам? И девочкам, и преподавателям все три статьи это имеют тяжкий состав. Поэтому санкции от 5 до 10 лет лишения свободы.